В 2020 году на левом берегу реки Сатис появится новое общественное пространство. Компания «Саров Инвест» приступила к планировке земельного участка. Производится его санитарная очистка, вывоз мусора. Плодородный слой почвы снимается для его хранения и использования в дальнейшем для рекультивации земли после окончания строительства. Все работы производятся в соответствии с проектной документацией по комплексному освоению в целях жилищного строительства. Утверждено постановление администрации города Саров в 2013 году. Взамен вырубленных насаждений компания «Саров Инвест» проведет компенсационное озеленение территории ценными породами деревьев. Для этих целей компанией «Саров Инвест» приобретено более 1500 саженцев ивовых пород, которые уже привезены в Саров и прикопаны в землю на специальном участке. В будущем они будут рассажены по всей территории в зоне благоустройства. Благоустройство территории проведут на таком же высоком уровне, как и на участках в районе жилого комплекса «Саровская ривьера». Закончат работы уже в 2020 году. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».